Это уже следующий день. Едем на электричке в центр, на Карла Маркса. С Левочем. Надеюсь, меня слышно. Левоч, как тебе? Нравится? Что там? Что там, Лев? Интересно, да? Походим там в магазинах. Да? Что-нибудь купим? Зашли в магазин, как планета называется? Планета. Левыч катается в тележке, в тачке. Смотрит футболки, кофты. Я тут. Купили еще духи в переходе. Да вот что-то возмущается все время. Все что-то ему не нравится. О, садись, сядь, Лёва. Да. Садись. Ну. Да. Так, в общем-то, это еще следующий день. И мы уже идем втроем. Идем в парк или в аллею. Монумент. Монумент? Монумент славы. Вот. Сколько километров? 1,5 километра идти. Вот, идем. Идет дождик. Капает на Левыча, на меня, на Кристину. Вот идем в таком вот месте. Папа! А? На остальных не капает. Папа, на остальных папа, не капает. Папа! Кто дома сидит? Папа! Дождь, да, идет? Дождь. В общем-то, как дойдем, покажу вам, где Левыч будет смотреть танки, там все такое. Вон сколько идти нам еще. Гуляем. Уже 4 часа, спали до 12. Лев увидел трактор. Трактор. Трактор увидел, да? Дигадик. Ну, дигадик. Все, идем гуляем. Пришли мы. Шли. В принципе, не так долго. А, вон где. Тут, получается, там. Все. Или, ну-ка, повернись. Да, все-таки там. Там она. Вон они, наверное. Сибирские. Чё, дивизии? А, дивизии. Дивизии, сибирские дивизии. 41 по 45. Много людей гуляет, несмотря на то, что дождь идет. Вот такой вот, как-то меч, наверное, да? Или кинжал. Ну. Такой вот парк. Левыч. Все интересно. Лева, не лезь туда, там мокро. Пойдем сейчас туда, там танки стоят. Пойдем туда. Наверное. Лёва, пошли. Лёва, пойдем. А да сюда. Повсюду тут елочки. Не упади, Лёва. В лужу сейчас упадешь. Камеры стоят. Лёва, иди по воде, что ты. По ней как раз таки велосипед, наверное, ездит. Да? Да. Такой вот парк. Сейчас, как дойдем до чего-нибудь, покажем. Пойдем, пойдем, Лев, пойдем. Пришли на вот такую вот площадь. Это все имена, имена людей. Сейчас ближе подойдем, будет видно. Таких три у нас стены. Вот видишь, Зин,
такие news что-то, да? Или Заворин что-то МВ. А, это вот эта фамилия, имя, отчество. Вот. Папа! Смотрите, какая стена большая. Люе тоже интересно. Горит вечный огонь. У нас, кстати, он перестал гореть, потому что газа нету, да? Вечный огонь. Видишь огонь, Лев? О, это кидает, а это... А вот каска, но это не настоящая каска. Монеты люди кидают туда. Скоро ей дойдет. Такая вот... Такое вот место. Кто, Лев, где? А? Понятно. Сейчас пойдем в другую сторону. Там посмотрим, что есть. Такая площадь. Прошлись на другой конец парка. И тут вот мы нашли пушку. Вон уже там самолет стоит. Там танк. Ну, в общем, сейчас по каждому пройдемся, вам покажем. Лёва уже будет смотреть. О, смотрите, какая пушка большая. Пойдешь смотреть, Лев? Она прямо на резине, смотри, стоит. Вот такая большая. Прикинь, с такой стреляли, да? Так она стояла. Чуть-чуть крутишь так. Это наводишь пушку. Такая большая. А мы где-то же тоже Мурманцы, да? Да, вроде бы видели. Ну. Самолет. Такая пушка, Лёва, увидел пушку такую. Пойдем дальше? Пойдем дальше. Вот подошли к вот такому вот самолету. Так вот колес хоп, сворачивается так. Большой такой. Як-9. Лёва, не торопись. Мокро очень, скользко, он же раз упал. Вот такой. Лёва! Оп! Ничего даже не смотрит под ноги. Вот такой вот самолет. БМ-13. Такая машина. Вот тут вес написан, да? Угу. Дальность стрельбы. Калибр, все написано. Вон ракеты прям. Какая машина. Все изрисовали ее, да. Лев тут возле нее. Какая вот машина. Машина, да? Танк, там танк стоит. Там танк справа стоит. И слева. Слева это Т-34, а справа не знаю, что за танк. Какая машина. Вообще. Я очень. Уже танк. К танку пойдем. Пойдем к танку. К танку пойдем? Пойдем к танку. Смотри, какой танк, Лев. У-у-у. Большой, да? Называется ИСУ-152. Такой танкище. Лев, не трогай, мокро. Мокрое. Я замочу ручки свои. Пойдем обойдем его. Здравия, да? Покажем. Вообще он больше, чем Т-34. Намного. Какой танк, Лев. Он тоже мокрые все ноги. А ему что делать? Идет да идет. Как танк. Лева, кто по лыжам ходит? Пришли с Левочем на площадку. Да, Левоч? Лёва очень нравится. Но тут сыро все, очень сыро. Папа. Мокро. Лёва, туда не иди, упадешь. Такие тут. Папа. Есть качели. Папа. Всякие лазилки. Папа. О! Скатиться хочешь? Нет, смотри, здесь мокро, сыро, мокро. Мокро, Лёва. Папа. Будешь мокрый весь.
Но пофотали сейчас возле танка, там возле самолета, возле машины. Тихо. Варежки? Ну конечно. Лучше снять их. Не, сейчас он пусть побегает и снимем. Ну так-то качается он, ребенок, я не знаю. Может, они постелили. Ну, еще сырое. Ты что-то на ножки ставишь? А на ножки смысл? А, ему не особо интересно. Он, видишь, качается. Там ничего не постелили. Лёва начал песочницу. Лёва, варежками не бери песок. Тихо. Пойдем, Лёва, туда вон, бегать. А то вообще замораешься. Пойдем. Пойдем бегать. А там вон туда. Смотри, какая штука есть. О, полезешь по ней? По ней полезешь? Ну попробуй. По ней хочешь полезть? Ну давай лезь. Лезь. Сам. Так давай сам. Сейчас, главное оттуда, чтобы не упал. Там же тоже такая же. Ты с той стороны, стой. Это ко мне. Он вообще прыгает, пацан. Тут на качели тоже были, что-то убрали, что ли. Сняли, ну их. Сломались, наверное. А тут как еще залазить? Так, чисто на руках. Смотри, какой кот сидит. Смотри, лев. Лева, смотри, какой котик. Вон. Котик, смотри. Вон, смотри, какой котик. Вон, и смотри. Вон котик. Пойдем на другие, лев. На другую эту площадку. Пойдем? Пойдем.